Обычно это очень рано. Выхожу снимать отели. Лучшая четверка. Во всей бухте до Дохай. Самый добродушный сервис. Местоположение, номера. А с большой зеленой территории. Хорошая, уютная и приятная атмосфера. Вот, дорогие друзья, мы находимся возле отеля Юхуэлань по нижнего выхода. Здесь это очень удобно пройти на море. Вы выходите здесь и по прямым выходите на пляж. Там есть у него свои шезлонги. Я начинаю свой обзор его, наверное, с нижней части, поднимемся к верхней. Смотрите, здесь вся территория немного расположена на гористой местности. В одном из видео я говорил, что если у людей есть какие-то вопросы с опорно-двигательным аппаратом, наверное, этот вариант не очень подойдет. А для всех остальных он отличный, хороший вариант. Это, наверное, единственный отель, который утопает вот так вот в зелени, в Дадунхае. Здесь очень уютно, тихо, поют птички. Не знаю, и по сервису отель тоже очень хороший. Давайте я покажу сначала вам территорию, потом мы уже перейдем в номера. На территории отеля есть вот такой бассейн. Он не такой уж огромный, но не такой уж и маленький. Он разделен на две зоны. На детскую зону и взрослую зону. Возле него есть, соответственно, лежаки. Здесь есть небольшая беседка, в которой можно посетить, отдохнуть. Ну и, соответственно, поднимаемся с вами дальше. Как вы, возможно, успели уже заметить с воздуха, что отель Юхуэлань состоит из основного корпуса и дополнительных корпусов. Это так называемые виллы. В них номера стоят гораздо дешевле, чем в основном корпусе, но, тем не менее, они не менее уютные. Поэтому, если кто-то хочет купить себе непосредственно сразу вид на море, нужно покупать основной корпус. Так и называются номера с видом на море. Тогда у вас откроется панорамный вид на всю бухту. Вот там есть балкон еще наверху, мы еще поднимемся в него, это холл. То есть можно, в принципе, из холла наблюдать за панорамным видом бухты Дадунхай. Как говорил, все зелено, красиво, ухожено. Если вы волнуетесь на тему комаров, здесь жалоб на комаров вообще не было. Вот мы с вами поднялись до главного корпуса, главного входа, лобби отеля Юхуэлань. Здесь также проходит дорога, можно уехать отсюда, с этого отеля, как сверху, так и снизу. Здесь, как говорится, его окружают две небольшие дороги, они не очень населенные автомобилями, скажем так, поэтому никаких проблем здесь передвигаться нет. В данном отеле, соответственно, имеется шаттл, если необходимо, вас довезут до моря, но, как я говорил, здесь никакой проблемы нет, спуститься вниз, перейти небольшую дорогу, и вы сразу окажетесь на пляже отеля Юхуэлань. Ну давайте пойдем посмотрим лобби, посмотрим вид с этого отеля и посмотрим с вами номера. Ну вот мы с вами прошли через лобби, здесь можно спокойно всем посидеть, здесь вот такой есть балкон, вот с таким панорамным видом на всю бухту Дадунхай. Впереди нас разделяет от моря только отель Ликин. Вот слева видите отель In Time, с правой стороны у нас отель Autograph Collection и за ним отель Marriott. Вот такой здесь вид, как видите, здесь до моря рукой подать, очень близко оно находится. Вот здесь через эту зелень прошли, вот мы внизу с вами сейчас были, бассейн, вот как видите с той стороны. Соответственно, вот мы просто проходим здесь и уже выходим на свой пляж бухты Дадунхай. Ну вот, мы уже взяли ключи от номеров, идем смотреть номера. Мы с вами посмотрим таунхаус и номер с видом на море. Вот мы с вами сейчас будем смотреть номер в отеле Юхуэлань, вид на море. Заходим. Заходим в номер. Напротив входа сразу сейчас находится шкаф, в котором есть халаты, в котором есть гладильная доска и утюг, и сейф. То есть все сразу это уже есть. Соответственно, ванная комната с душевой кабиной. Ванны как таковой здесь самой нету. Есть только душевая кабина. Чай, кофе, все это пожалуйста.
большой телевизор, две раздельные кровати. Кстати, здесь бывают две раздельные кровати, или одна большая кровать, или есть номера с тремя кроватями. Но третья кровать расставится как дополнительная, а не полноценная. Давайте пойдем дальше. Здесь небольшая зона отдыха, вот такой диванчик, цветок, ну и, соответственно, балкон. Выходим на балкон. Здесь у нас есть небольшая зона отдыха. И самое главное преимущество этого номера – это панорамный вид на бухту Дадунхай. Вот такой панорамный вид открывается с номера с видом на море в отеле Йихуань. Вот здесь панорамный вид на все море, как мы уже смотрели его из лобби. Ну, давайте я вам еще раз покажу номер. Халаты здесь вот такие вот разноцветные, чистые, как бы нормальные. Видно, что они потертые, не такие, как бывают иногда. Здесь все в этом плане хорошо. Вы уже поняли, как выглядит номер в отеле Йихуань. 4 звезды. Пойдемте смотреть теперь виллу. Вот мы с вами плавно спустились. Вилла находится чуть ниже основного корпуса. Здесь, скажем так, своя территория. Например, вот здесь сразу своя такая терраса. Тоже есть частично боковой вид на море, но не везде. Где-то это вид на сад. Давайте заходим. Вот такая вот у нас вилла. Здесь также, соответственно, туалет, душевая кабина. Проходим дальше. Номера, в принципе, по размеру такие же. Также здесь небольшая зона отдыха. Вот здесь, допустим, номер с большой двухспальной кроватью, телевизор. То есть все это имеется. Здесь у вас шкаф, чай, кофе, холодильник. И вот здесь этот номер, он идет с балконом со своим. То есть здесь вот такая еще своя терраса на балконе есть. Она тоже с таким боковым видом на море. Но не во всех виллах вид на море. Где-то виллы с видом на сад. Так что имейте это в виду. Виллы здесь стоят дешевле, чем стандартные номера в основном корпусе. Поэтому смотрите, когда бронируете, обязательно смотрите, что вы бронируете. Либо стандартный номер, либо вид на море, либо таунхаус он называется. Вот, идем дальше, смотрим номер. Здесь также представлен сейф, халаты также есть. Утюга здесь в этом номере нет. Ну, чай, кофе всегда здесь представлены. Еще раз номер. Большая двухспальная кровать размером king size. Соответственно, здесь также можно поставить дополнительную кровать, но маленькую, по типу раскладушки. Номера здесь все чистые, опрятные, так что за это не переживайте. И сейчас я успею на завтрак показать вам, где это все проходит. Спускаемся вниз с главного лобби. Вот, здравствуйте. Вот здесь у нас проходит завтрак в отеле Йихуань. Давайте вкратце пробежимся. Здесь тоже панорамный вид есть на весь, на всю бухту Дадунхай. Здесь также есть много различных блюд. Завтрак здесь достаточно хороший. Здесь многие туристы это отмечают. Есть как китайская, так и европейская еда. Все напитки они также здесь есть. Смотрите, здесь работают кондиционеры. Здесь достаточно прохладно, не жарко, не душно. Это, кстати, важный момент, когда вы завтракаете. Главное, чтобы не было духоты. Вот, соответственно, столы есть как для китайской сервировки, так и обычные стандартные. Необходимо для нашего российского туриста здесь есть, потому что здесь много отдыхают наших российских туристов. Они очень любят этот отель. Я вам честно скажу, у меня многие мои туристы сюда приезжают по несколько раз, потому что здесь, хоть он не такой большой, но он со своей зеленой территорией. В отеле Йихуань ходит вот такой шаттл до пляжа. Соответственно, можно не ходить пешком, передвигаться на таком шаттле. Время его с 9 до 18 ходит каждый час. Поэтому можно на таком шаттле передвигаться и не бить ноги, как говорится. Я не буду дожидаться шаттла и пройдусь пешком до пляжа, как раз там, где и будет ваша зона отдыха. Хотя, в принципе, она ничем не ограничена. Цель шаттла – подвести вас ближе к пляжу, чтобы вы не ходили. А купаться вы можете на всей бухте Дадунхай, на всей ее протяженности. Поэтому смотрите, как вам это будет удобно. Пройдя по территории отеля, спустившись вниз, можно выйти к пляжу. Это, наверное, самый короткий путь, если вы не хотите ждать шаттла, который ходит каждый час, и хотите прогуляться, здесь до моря не более 50 метров по прямой. Так что выходим из отеля в нижний
его части и отправляемся на пляж. Хочу отметить, с правой стороны отеля Юхуайань стоит автограф коллекшн отель. Это сети Мариот. А можно пройти туда, но там нет пляжа, потому что там кораллы у отеля Мариот, и они тоже возят своих туристов именно в ту же часть, где отдыхают туристы отеля Юхуайань. Пойдемте вместе со мной. Ну вот, я прошел насквозь отель Ли Кинг, который находится перед отелем Юхуайань. И мы, собственно, уже с вами вышли на пляж. Вот посмотрите, вот она уже береговая линия, поэтому говорю, здесь идти очень быстро. Хотите ждать шаттла, конечно, подождите, если вам на нем комфортнее передвигаться, но никакой проблемы нет выйти сюда пешком прогуляться. Здесь вот такая аллея. Замечу еще раз, многие думают, что отель на первой линии типа как Ли Кинг, типа как резорт Sunshine in Time, находится со своим выходом на море. Нет, это не так. А здесь получается выход у всех свой, но не на море, потому что перед ним есть небольшая такая улочка, скажем, торговая, и только потом вы спускаетесь на пляж в каждом отеле. Потому что пляж в Дунхае муниципальный, практически во всем Хайнане, поэтому своих частных пляжей здесь нет. А это, друзья, китайская гимнастика, если я правильно понимаю, ушу. Ей занимается с самого утра, поэтому тихо, мешать не будем, но немножко снимем. Выходим на пляж, который напротив отеля Юхуайань. Спускаемся, здесь есть зонтики. Вот в этой части, как и говорил, в которой рядом отель Автограф Коллекшн и Мариот, не купаются. Видите, здесь есть камни, кораллы. Добрый день. И вот снова встретил своих подписчиков, это очень приятно, мы пообщались. Ну что, продолжаем наш путь дальше. Кстати, заметьте, что возраст туристов совсем разный. Вот вы как видите, здесь камни, поэтому здесь многие просто ходят, собирают ракушки. Вот пройти дальше, мы с вами здесь недавно были, я показывал весь этот пляж. Вы можете пройти в любую его часть и здесь уже расположиться. В основном, как говорю, туристы размещаются не на зонтиках, а на своих полотенцах, каких-то лежаках с собой приносят. Не знаю, по-моему, это практичнее с одной стороны. Зонтиков здесь не так уж и много, поэтому многие размещаются, как говорил, просто вот так, вот таким образом. Пройтись от отеля Юхуайань до напрямую через отель Ли Кинг, пройти прямо через его территорию до моря, составляет, ну, наверное, не более 2 минут. Это, говорю, где-то примерно 50 метров, наверное, не больше, ну, может, 100. Все очень близко достаточно, но, как говорил, есть шаттл, можете доехать и, как бы, нет проблем здесь купаться. А береговая линия полностью принадлежит вам, она вся муниципальная, можете гулять от начала ее до конца. Она не такая уж и большая, всего ее протяженность не более 2 километров, как вы видите. Располагайтесь, где вам удобно, отдыхайте. Как обычно, с самого утра здесь уже очень-очень много отдыхающих на пляже. Все купаются, загорают, потому что, как говорится, лучше сходить на пляж с утра, загореть, чем в обед сгореть. Поэтому имейте это тоже в виду. Самый лучший загар – это с самого утра и уже непосредственно вечером. В обед, конечно, получается сильную большую дозу солнечной радиации, и я никакого смысла в этом не вижу. Как всегда, работают водные развлечения, можно на них прокатиться. Цена в среднем от 100 юаней, 150 за 5-10 минут. Вот смотрите, на чем отдыхают наши туристы-китайцы. Вот на таких ковриках. Их можно купить в любом магазине или даже здесь они есть на прокат. Поэтому, как видите, шезлонгами пользуются, но крайне мало. Во-первых, здесь на этой штуке лежит ближе к морю. Поэтому, не знаю, это как-то гораздо, наверное, может быть и комфортнее. Но это смотрите сами. Если у вашего отеля нет шезлонгов, шезлонг обойдется в среднем 150 юаней за несколько часов. Посмотрели отель Юхуайань 4 звезды, который находится в бухте Дунхай. Давайте по нему сделаем резюме. Отель это с большой зеленой территорией, с панорамными видами из номеров. Также здесь есть виллы, таунхаусы, здесь есть бассейн. До моря практически 50 метров. Можно пройти вниз по территории, спуститься и выйти к морю. Или проехать вот на таком шаттле и добраться до моря. Он ходит каждый час. Что хочу примечательно сказать про отель. Он очень уютный, он очень тихий, в отличие от других отелей многих в бухте Дунхай. Везде шумно, очень много народу, движения. Он стоит немножко в сторонке, но тем не менее до центра всего этого движения всего буквально каких-то 3 минуты и вы в центре. При этом здесь можно очень хорошо отдохнуть. Здесь, как говорится, большая зеленая территория, прямой выход на море. И я рекомендую этот отель для
особенно семейного, наверное, отдыха, потому что здесь будет тихо, спокойно отдыхать со своими детьми. А единственный какой нюанс хотел сказать, что отель находится немного на гористой местности. Если вы будете постоянно спускаться и ходить его по территории, у тех людей, у кого есть какие-то вопросы с опорно-двигательным аппаратом, наверное, будет неудобно. Но если вы будете проживать в основном корпусе, а не в вилле, вас это не будет смущать, потому что вы живете здесь в одном уровне и, соответственно, можете сесть на шаттл и доехать до пляжа. Поэтому это как таковая не проблема, но предупредить я вас должен. Что еще хочу сказать примечательного по этому отелю? Рядом с ним есть такие отели, как отель Автограф Коллекшн, Мариотт. В них вы можете в том числе сходить на ужины, это все очень близко. Рядом, естественно, они платные, просто я вам рекомендую, что там очень красиво и интересно. А еще добавлю по этому отелю, это, наверное, лучшая четверка во всей бухте Дунхай. Если взять местоположение, номера, особенно сервис, здесь, не знаю почему, очень, наверное, самый добродушный сервис из отелей 4 звезды категории, но и в том числе и 3 во всем Дунхае. Очень вежливый, добропорядочный гид. Соответственно, туроператоры здесь всегда находятся. Как я говорил, всегда заботливый персонал. И здесь чувствуется, помимо вот этой картинки, которую я показал, хорошая, уютная и приятная атмосфера. Поэтому хорошего отдыха вам в этом отеле. Напоминаю, что мы занимаемся в том числе продажей туров, не только рассказываем об этом всем. Мы являемся полноценным официальным турагентством. Меня зовут Павел Георгиев, мое турагентство называется Георгиев Travel с одноименным названием. У меня есть канал, вот этот, который смотрите на YouTube. Пожалуйста, не забывайте подписываться, ставить свои лайки, оставлять свои комментарии, задавать свои вопросы. Именно исходя из них мы составляем свои выпуски. Всегда есть мой прямой WhatsApp ниже по ссылке под этим видео. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал. Меня зовут Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Увидимся в следующих видео.